Самый лучший способ сохранить здоровье – это любовь и забота, вера и теплая улыбка. Мы знаем об этом. Самая лучшая медицинская технология – это любовь. Линия любви. Медицинский центр при университете Ханьян. Медицинский центр при университете Ханьян непрерывно развивался на протяжении последних 40 лет. Получил сертификат медицинского учреждения Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея. При этом, по оценке Национальной организации туризма Республики Корея, был признан лучшим медицинским учреждением. В настоящее время медицинский центр при университете Ханьян является важным центром научных исследований и разработок в области медицины и лечения заболеваний. Постановка точного диагноза важнее лечения. В больнице университета Ханьян проводится магнитно-резонансная томография на аппаратах с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. Для проведения дифференциальной диагностики раковых клеток и принятия решения о методе эффективного лечения проводится позитронная эмиссионная компьютерная томография. Помимо этого, для лечения, а также быстрой и точной постановки диагноза успешно применяется современная цифровая субтракционная ангиография, которая помогает выявить нарушения в функционировании кровотворной системы. Созданы лучшие условия для лечения недоношенных детей в университетской больнице в отделении интенсивной терапии новорожденных детей. Наряду с системой «Кенгуру» впервые была введена в эксплуатацию система выносного пульта. Думая только о здоровье пациентов, медицинский центр при университете Ханьян непрерывно проводит клинические исследования. В нашей больнице мы впервые провели клинику. Через это мы смогли сделать первую черепно-мозговую иссеке 성공할 수도 있었고요. 이처럼 지속적인 연구를 통해서 난치병 환자들의 새로운 치료법 개발을 위해서 앞장서고 있습니다. Центр клеточной терапии стволовыми клетками дает новую надежду пациентам с неизлечимыми заболеваниями нервной системы, такими как болезнь Шарко и синдром Паркинсона. Совместно с ревматологическим центром клинических исследований, предлагающим новые методы лечения, подходящие для корейцев, первый в стране онкологический центр персонализированного лечения приближает наступление эпохи излечения рака, осуществляя анализ и исследование 5 видов раковых заболеваний, распространенных в Корее. Активный обмен информацией между специалистами из известных международных больниц и исследования, которые проводит данный центр, помогает поддерживать здоровье пациентов на протяжении всей их жизни. Больница при университете Ханьян отлично знает о потребностях своих пациентов и посетителей. 저희 의료원에서는 현대인에게 발생 확률이 높은 악성 질환과 첨단 의술이 요구되는 난치성 질환에 대해서 특화된 다양한 센터와 클리닉이 운영되고 있고 이를 통하여 의료 서비스의 질을 높여가고 있습니다. Онкологический центр проводит не только персонализированное лечение различных онкологических заболеваний, но также специализированную программу лечения и наблюдения. Центр гастроэнтерологии использует такие передовые методы, как гастроэндоскопия, для выявления раковых заболеваний на начальной стадии и проведения эндоскопической хирургии, улучшая таким образом качество жизни своих пациентов. Центр кардиологии имени Пак Нама предоставляет специализированное лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Центр экстренной медицинской помощи, являющийся гордостью больницы при университете Ханьян, уже второй год подряд признается лучшим медицинским учреждением по оказанию экстренной помощи в Корее. Медицинский колледж при университете Ханьян воспитывает первоклассных специалистов. Больница при университете Ханьян в Кури предоставляет медицинское обслуживание высокого качества жителям северо-восточной части провинции Кёнгидо. Первая в стране клиника ревматических заболеваний, занимающаяся научными исследованиями и воспитанием специалистов в своей области.
Международный медицинский центр при университете Ханьян, идя в ногу с эпохой глобальной медицины, был назван лучшим медицинским учреждением по привлечению иностранных пациентов. Предоставляя иностранным пациентам специализированные системы лечения и обследования, он становится для наших гостей проводником на пути к выздоровлению. Международный медицинский центр Международной больницы при университете Ханьян делает все для поддержания здоровья иностранных пациентов, обеспечивает добросовестное медицинское обслуживание и взаимопонимание между пациентом и персоналом, владеющим иностранными языками, включая русский язык. Центр комплексного обследования предоставляет персонализированные профессиональные услуги по семейному обследованию и индивидуальному обследованию с системой индивидуального сопровождения профессиональными координаторами. Благодаря этому центр пользуется большой популярностью не только в Корее, но и среди жителей других стран. Здравствуйте, меня зовут Валерий, я из России, мне 37 лет. Я выбрал эту клинику, потому что здесь, на мой взгляд, самое лучшее оборудование, современное и очень обходительный персонал. К тому же я очень рад, что за короткое время, пройдя обследование, я здоровым возвращаюсь в Россию. Спасибо вам большое. До приезда в больницу Ханьян я очень сильно переживала по поводу языкового барьера. Но, как оказалось, мои переживания были напрасны. По приезду со мной всегда находился переводчик, поэтому проблем вообще не возникало никаких. Я приехала в Корею для обследования. Очень долго определялись. Наконец-то мы определились. Мы здесь. Прошли обследование. Очень быстро поразило быстрый такой подход, вежливое отношение сотрудников. Мы очень благодарны клинике за такое качественное обслуживание, за внимание. В следующем году мы обязательно приедем сюда еще с мужем. Больница, которая делится любовью, организует культурные мероприятия и медицинскую волонтерскую деятельность. Вносит вклад в общественное благосостояние. Больница, наполненная домашним теплом, в которой пациент всегда на первом месте. Она встречает своих гостей любовью и заботой. Это медицинский центр при университете Ханьян. Драгоценная линия любви, соединяющая здоровье и счастье. Медицинский центр при университете Ханьян.